В день города 17 октября в столице края прошла церемония посвящения в почетные граждане Петропавловска-Камчатского. Глава города поблагодарил почетных граждан за неоценимый вклад, который они внесли в развитие краевого центра. 282 года назад началась история нашего замечательного славного города. Она продолжается в том числе на примере жизненного пути тех людей, которых мы сегодня чествуем. Действительно, своим жизненным путем эти люди показали, как нужно искренне, как нужно самоотверженно любить свой город родной. Я очень благодарен всем тем, кто искренне любит наш город, кто делает его лучше, делает его краше. Спасибо вам большое, с праздником, друзья, и поздравляем лауреатов. В торжественной обстановке глава города вручил памятный знак почетного гражданина камчатскому фотографу, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, ветерану камчатской журналистики Игорю Вайнштейну. Ходатайство о присвоении ему высокого звания поступило от регионального отделения Союза журналистов России. Я как фотограф участвовал в три альбома от Петропавловска. Если еще родина потребует, с удовольствием продолжим. Звание почетного гражданина удостоен и российский ихтиолог, специалист в области биологии Виктор Бугаев, посмертно. Награду от администрации города получила его вдова. На церемонии посвящения также были вручены почетные знаки за заслуги перед городом. Преподавателю Камчат ГТУ, члену Русского географического общества Сергею Гаврилову и сотруднику редакции газеты «Наша Камчатка» Петропавловской и Камчатской епархии, фотографу Светлане Легостаевой.